продолжим наше политзанятие. Я бы хотел тут в дополнение к этому разделу, касающемуся истории с Павликом Морозовым, как о проблеме воспитания подрастающего поколения, так сказать, некоторые коллективы или там такие исторические аналогии привести относительно принятого закона в России Димы Яковлева о запрете усыновления американскими гражданами сирот из России. Все дело в том, что пример Димы Яковлева, мне кажется, выбран не совсем удачно, потому что это проблема очень широко распространена тут в Америке, когда детей оставляют запертыми в автомобилях, особенно в летние эти вот периоды. Ну, потому что здесь жара начинается где-то весной, все лето и даже часть осени затрагивает. И бывает жара, особенно если автомобиль закрытый, то просто раскаленная получается коробка. И, конечно, дети от обезвоживания, от жары, конечно, погибают. И полицейские предупреждают, и пишут об этом постоянно, но бестолковые родители все равно оставляют детей. И поэтому было бы, конечно, удачно найти какого-нибудь замученного в застенке американском юноши и в честь него назвать этот закон. Потому что многие американцы могут не понять, поскольку это трагический случай, не характеризующий, конечно, американский образ жизни и правонарушения. Кроме того, следующий момент, такой тоже непонятный, когда, значит, хотел бы сказать насчет этих паркингов, что в свое время, давно, еще много лет тому назад, к начальнику спецотдела из технической академии пришел сотрудник КГБ и показал журнал, в котором было показано две фотографии на титульной странице. На первой фотографии было показано вход в главное здание лесотехнической академии, и перед входом стояла телега с лошадью, на которой на телеге сидел такой мужик в ватнике. А ниже стояла фотография вход в американский лесной колледж. И рядом огромный паркинг, заставленный большим количеством автомобилей. То есть нужно представлять, что паркинги в Америке, они очень огромные, особенно перед супермаркетами. И когда люди приезжают туда, то они оставляют детей и забывают, заходят в магазин и там входят и ходят. А потом, когда очнутся, уже с ребенком большие проблемы. Кроме того, следующий момент непонятный. Это, значит, мы говорим о чем? О том, что американские семьи усыновили несколько десятков тысяч сирот из России. В связи с тем, что возникает конкуренция в этом направлении, то мы тогда спросим, а сколько же американских сирот усыновили российские родители? Вот в чем вопрос. Тогда мы могли бы говорить о конкуренции, сколько детей погибло с той стороны, с этой стороны. И тогда бы уже адвокаты и правоохранительные органы могли бы предъявлять претензии друг к другу. Но, к сожалению, относительно усыновления американских сирот я пока данных не нашел. А потом, если найду, то, конечно, мы вернемся к этому вопросу. И мы рассматриваем следующий раздел. Дмитрий Донской на Куликовском поле. Как мы уже говорили, что когда возникла тяжелая ситуация во время Великой Отечественной войны, то коммунистическая партия частично отбросила свои идеологические противоречия и стала принимать на вооружение исторический опыт России. И в том числе был принят исторический опыт Дмитрия Донского. Надо сказать, что
как ни странно, при Сталине началось именно вот это частичное восстановление и возврат к историческим корням, потому что в период Ленинского правления была даже запрещена елка как элемент такого религиозного культа. А вот как ни странно, при Сталине восстановили праздник Нового года с использованием вот этого религиозного ритуала украшения елок. И даже статья где-то была написана его соратником Постышевым о том, что надо сделать праздник для советских детей, чтобы у них было счастливое это детство. И поэтому можем сказать, что Дмитрий Донской стал как бы организатором и вдохновителем коммунистических побед. Потому что, конечно, коммунисты все потом победы приписали себе, мудрому управлению коммунистической партии. И можно сказать, что в настоящее время Россия, вышедшая из советского периода развития, вступив в рыночную экономику, напоминает по своему состоянию начало ордынского нашествия. Русские полки не выдержали удара ордынской конницы, который, вероятно, наносился с разных сторон. И в данном случае предлагается показать тот активный, творческий, дееспособный, мощный механизм, который был некогда заложен в душе российского человека. Этот механизм позволял ему преодолевать любые трудности, впитывая энергию от своих исторических личностей. И таким образом это должно ему помогать активно действовать на российском рынке, работая над качеством продукции, услуг и развивать конкуренцию. Высшая доблесть и героизм исторического российского человека просматривается именно в прямом бою с завоевателями. И вот это все испытание началось с того момента, когда Золотая Орда и князья ордынские стали нападать на русские города. И все эти города оказывали мужественное сопротивление. После ордынского нашествия было сожжено свыше 100 русских городов, но один из них не сдался. И потом вся Россия была обложена данью, и попытки освободиться от власти ордынского хана начались вскоре после нашествия Батыя. И один из таких руководителей сопротивления был великий князь Дмитрий Иванович. И он решил не просто отразить вторжение, но и дать врагу решительное поражение. И в этот момент был разработан карательный поход ордынского хана Мамая как акция мщения. И он стал готовиться к такому большому походу. Готовился к походу и великий князь Дмитрий Иванович, укрепляя единство страны, собирая общерусское войско. Единство общерусского войска обеспечивалось также общностью политических целей. Несмотря на классовые противоречия, неизбежные в феодальном обществе, антиордынскими настроениями были охвачены все слои населения, от владетельного князя до простолюдина. В войне с Мамаем великий князь Дмитрий Иванович сумел придать общенародный характер. Поэтому вышеисложенное можно сказать, что единство русского бизнеса было обеспечено всенародной поддержкой, страстным желанием стать гражданами поистине великой высокотехнологической державы. И этой идеей были охвачены все слои населения, от кремлевских чиновников и олигархов до инженеров и рабочих, от коммунистов до демократов. Вот можно вот эту фразу именно так вот в нынешней редакции объяснить, потому что сейчас, когда возникают проблемы развития бизнеса, чиновники начинают обсуждать, как бы ободрать еще не успевшего окрепнуть предпринимателя, разрабатываются разные инструкции, что дело доходит до того, что сейчас уже руководство страны на всех выступлениях говорит о том, что надо поддержать как-то. Но одно дело, когда руководство говорит,
А другое дело, когда каждый должен почувствовать, что чтобы страна была богатой и процветающей, нужно, чтобы в стране, в общем-то, было как можно больше кулаков, как в высокотехнологическом бизнесе, так и на полях, на стройках. Потому что нельзя разрабатывать какие-то стратегии, если у тебя нету внутри энергии и желания. И кроме того, вокруг тебя стоят люди, которые тебе постоянно делают подножки. И таким образом можем сказать, что перед боем русский воин времен Дмитрия Донского – это боец-универсал, одинаково хорошо владевший всеми видами наступательного и оборонительного оружия. Поход Мамая считается крупнейшим военным предприятием, которое знала Восточная Европа в 14 столетии. Мамай выступал со всеми своими князьями и многими ордами. Кроме того, были наняты сильные отряды наемников. И началось, что, как я и говорил, что классовая борьба уходит из души, русские объединяются для национально-освободительного движения. То же самое и здесь мы говорим о том, что хоть общество и является разнородным по своему материальному состоянию, однако надо смириться с этим и работать активно, чтобы оно в конце концов стало процветающим. Хотя тут в Америке я хочу сказать, что здесь общество, я бы не сказал, что оно такое уж равенство большое. Тут есть люди, которые получают там 10 тысяч в год, а есть люди, которые получают несколько десятков миллионов. Но как-то все уживаются, и Америка как бы считается таким состоятельным государством. Но хотя по уровню доходов она не входит в такие значимые. Есть еще и другие более лучшие процветающие. И великий князь начинает готовиться и для того, чтобы начать битву, он приказывает разрушить позади войска мосты. И вот такая фраза, что «сжечь за собой мосты», она часто упоминается в классических учебниках по бизнесу. Это говорит о том, что если вы решились, то у вас отступать дальше некуда. И вам нужно идти только вперед. Особенно это в высокотехнологическом бизнесе связано. И начало этой Куликовской битвы. Настало утро Куликовской битвы. Великий князь Дмитрий Иванович в последний раз объехал полки, воодушевляя воинов. «Ныне же, братья, — призывал он, — устремимся на битву от мала до велика. Победными венцами увенчаемся». Затем переоделся в доспехи простого дружинника и поехал в первые ряды войска, чтобы собственноручно биться с ордынцами. И в 6 часов дня, это примерно 11 часов утра, началось сближение главных сил. И страшно было видеть эти две силы великие, съехавшие на скорую смерть. И вот началась Великая битва. Под великокняжеским знаменем взревела, как бык, боевая труба, и тысячи глоток взревели, выкрикнув первый вопль битвы. И щиты ударились о щиты, и копья затрещали о копья, и яростный гул брани, ржанья, лязга и топота колыхнул небо над головами и землю под ногами бойцов. Огромные рати сошлись в яростной сечи. И началась такая великая битва, что продолжалась 4 часа, с 6 часа до 9. И бились, в общем-то, все яростно, и каждый своего противника стремился победить. Надо отдать должное, что хитро разработанная стратегия Дмитрием Донским позволила ему правильно расположить свои войска и свои полки. И это привело к тому, что
победа оказалась за Дмитрием Донским. И в конце концов, после кровопролитной битвы, орденское войско, в общем-то, потерпело сокрушительное поражение. Но и потери тоже были огромные. Всего в сражении погибло 12 князей и 483 боярина, что по подсчетам историков составило примерно 60% командного войска. Также полагаю, что погибло примерно половина русского войска. Такое было это кровопролитное сражение. И после этого изменилась стратегия на территории России, взаимоотношения с другими государствами, поскольку Куликовская битва явилась триумфом великого князя Дмитрия Ивановича, которого в народе в память победы на Дону стали называть Донским. Кроме того, отмечается его личное мужество и самопожертвование. Как простой ратник он сражался с мечом в руках на самых опасных местах. И поэтому многим казалось, что великий князь бьется вместе с ними. То есть это, в общем-то, хитрая, такая разработанная верная стратегия, когда простые воины видят своего руководителя, который не гнушается. Это то же самое было во время Великой Отечественной войны, когда офицеры были рядом вместе с солдатами. Солдаты видели, что офицеры не шкурничают, как говорится, и готовы были за него идти, как говорится, на смерть. И надо сказать, что этот огромный энергетический заряд был перенесен в другие важнейшие времена, когда над Россией нависала опасность. И в качестве примера можно привести Бородинскую битву, когда под командованием Кутузова в прямом бою показали свою выдержку и героизм. И очень часто великий полководец мысленно обращался за духовной поддержкой к своему великому предку. Даже перед битвой на Бородино у него такая мысль даже была, что как будто на Куликовском поле. И в грозную осень 41 года имя Дмитрия Донского было названо коммунистическими идеологами среди имен величайших русских полководцев, подвиги которых вдохновляли советских воинов на священную войну за независимость. Конечно, на первом этапе мы можем сказать, что это пока может выражаться только в отдельных таких локальных стычках при работе над качеством, развитии конкуренции, где имеются еще какие-то заделы и, самое главное, желание у руководителей и работников подтвердить свою независимость. Практическим же подтверждением политической неуверенности российского бизнеса можно назвать бегство национального капитала за границу. Поэтому необходимо разработать такие стратегии, которые позволили бы сформулировать духовную энергетическую силу, которая позволила прийти на Куликовское поле тысячам русских и дать тот победоносный бой, что способствовало этой битве и победе. И тут надо сказать, что каким бы талантливым ни был полководец, но если у него немощные воины, нет активности и способности к действию, отсутствует чувство патриотизма, понимание реальной опасности, нет тяги к способности переносить трудности и побеждать, отсутствует профессионализм, то провал обеспечен. И то же самое существует и в предпринимательской среде. Потому что если хозяин не может сплотить своих работников, работники не видят в хозяине толкового и крепкого и ладного хозяина, то, конечно, такая компания развалится. И когда мы говорим о тех деятелях, которые создавали такие наработки, то мы, когда говорим об Куликовской битве, то мы можем найти, что к ним относятся труды Сергия Радонежского и его правила, которые повлияли на выживаемость российской нации и государства.
И когда мы занялись методами исторического подобия, то мы можем подтвердить, что нашествие орденцев на Русь было одним из тех народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и духовное разорение, надолго подвергая народ в мертвое оцепенение. Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно отдавались своему прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после нее. Мать пугала неспокойного ребенка лихим ордынцем. Заслышав это злое слово, взрослые растерянно бросались бежать, сами не зная куда. Внешняя случайная беда грозила превратиться во внутренний хронический недуг. Панический ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в черту национального характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя темная страница, повествующая о том, что нападение азиатского ордынца повело к падению великого европейского народа. Но надо отметить, что отличительным признаком великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы не тяжело было его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в каком-то одном человеке или в нескольких великих людях, которые выведут его на покинутую им временно прямую историческую дорогу. Но отличительное особенность, это было всегда внушалось в истории России, что вот князья там, вожди, президенты, потом уже генеральные секретари. На самом деле, когда мы будем говорить о развитии именно высокотехнологического бизнеса и связанным с ним демократии, то надо сказать, что развитие огромного числа маленьких эффективно действующих именно высокотехнологических компаний из высококвалифицированных специалистов, оно позволяет и создать эту выживаемость, поскольку они будут конкурировать между собой, будут разрабатывать новые виды продукции. Эти виды продукции будут ставиться на серийное производство большими компаниями. И таким образом рынок будет насыщаться национальной наукоемкой продукцией. Но все это должно действовать активно не в счет каких-то приказов и распоряжений сверху, а требования современной жизни. Как вот мы с вами рассматривали, я говорил, что когда разрабатывался какой-то проект, то всегда в техническом задании впереди писалось, что вот по постановлению партии мы должны там сделать то-то и то-то. И партия говорила «надо», а комсомол и вся страна говорили «есть». И таким образом все это двигалось, хотя это, собственно говоря, все копировалось с Запада, потому что часто было так, что говорили, что вот там в США разрабатывается такой вид продукции, особенно это было в оборонной промышленности, что вот у них есть такой-то самолет или такой-то танк, мы должны сделать еще лучше, чтобы он был. И то же самое относится и к другим видам, к холодильникам, к товарам бытовой техники, потому что часто работники внешней торговли закупали передовые образцы и переправляли в Россию, и в России они на многих заводах наукоемких, они ставились на серийное производство. Я помню, что даже мне рассказывали ребята, как, например, завод, который делал оборонную технику, он выпускал бытовые магнитофоны. Так вот цех по сборке этих магнитофонов охранялся намного более сильнее, чем цех по производству какой-то секретной спецаппаратуры. И то, даже сам я помню, купил магнитофон, который по частям выносили с этих заводов и где-то собирали там на домах. И если он стоил в магазине, там, например, там 400 рублей, то его продавали работяги за 200. Вот такая была бестолковая рыночная советская экономика.
И надо сказать, что это была вся проблема именно в конкуренции. И поскольку выпускался один, ну там несколько разных магнитофонов, они как бы, было у них соцсоревнование между ними. Но это не то по сравнению с тем, что творилось в это время в той же самой Америке. И вот, например, такой бизнесмен Маккей сравнивает себя и своих коллег с гладиаторами, непрерывно ведущими жизнь, бой не на жизнь, а на смерть, разве что оружием иным, чем во времена Спартака. И надо сказать, что в настоящее время мировая конкурентная борьба требует гибкости и практически мгновенной перестройки. И основные, как я сказал, методологические подходы были разработаны и успешно использованы на практике Сергеем Радонежским и его сподвижниками. В данном случае мы можем указать, что методика требовала ежедневной терпеливой работы с каждым учеником над отдельными особенностями каждого брата, приспособляя их к целям своего братства. При этом ученики преподобного Сергия не обезличивались, личные свойства не стирались, каждый оставался сам собой и, становясь на свое место, входил в состав сложного и стройного целого, как в мозаичной иконе различные по величине и цвету камешки укладываются под рукой мастера в гармоническое выразительное изображение. Наблюдение и любовь к людям дали умение тихо и кротко настраивать душу человека и извлекать из нее, как из хорошего инструмента, лучшие ее чувства. Так воспиталось дружное братство, производившее по современным свидетельствам глубокое назидательное впечатление на мирян. Это было еще тогда, когда же мы читаем современные книги по зарубежной рыночной экономике, то указывается, что японцы сравнивают свои компании со стеной, выстроенной из камней. Умение руководителя состоит в том, чтобы правильно выложить ровную стенку, так как камни разные. Это пишет в своей книге создатель Sony Акио Морита, сделано в Японии. Аналогия очевидна. Но в то же самое время, чтобы подковырнуть американцев, японцы сравнивают американские компании как стенку, выложенную из ровных и одинаковых по размеру кирпичей. Так что мы видим, что существует, что методика, которую предлагал перед Куликовской битвой Сергий Радонежский, она соответствует тем же инструкциям, которые предлагаются в японской рыночной экономике. И поэтому мы можем сказать, что основная цель должна в этом случае состоять, чтобы найти основной стержень. В этом смысле идеологическое и нравственное философское направление духовной просветителей того времени дали то, что народ, привыкший дрожать при одном имени ордынца, собрался наконец духом, встал на поработителей и так навалился на него несокрушимой стеной, что похоронил их. Как это могло случиться? Откуда взялись? Как воспитались люди, отважившиеся на такое дело, о котором боялись и подумать их деды? Ну, тут уже, собственно говоря, это надо, чтобы специалисты именно работали как бы в этом направлении, потому что можно сказать, что Дмитрий преподобный Сергий благословил на этот подвиг главного вождя русского ополчения, сказав: «Иди на безбожников смело, без колебаний, и победишь». И таким образом мы должны сказать, что такой же уровень чувств, нравственной бодрости, духовной крепости требуется определенной части российских предпринимателей, особенно в наукоемком бизнесе. Поэтому в завершении занятия мы можем сказать, что для формирования нового класса управляющих, хозяев компаний, необходимо развивать конкуренцию в области политического сознания
граждан, так сказать, начиная с малого. И тут же можно сказать, что вот говоря о производстве именно элементов рыночного патриотизма, это можно то же самое изготавливать копии того оружия, которое использовалось русскими в битве. Те же кольчуги, шлемы, сделать боевые трубы той же конструкции, мысленно представив себя на поле боя. Продумать стратегию защиты от конкуренции в свете разработок и рекомендаций Дмитрия Донского. Ну, на этом мы и заканчиваем.